Более 300 детей в Дагестане будут обеспечены жильем в этом году. Об этом заявили в Министерстве образования Республики Дагестан. Глава ведомства рассказала, что в нынешнем году 316 детей-сирот региона будут обеспечены жильем. На эти цели выделено более 110 миллионов рублей из федерального бюджета, а из бюджета республики 150 миллионов рублей.